я тоже удивился на самом деле. Ну, а там одна не светится, я не знаю почему. Одна светится, а другая не светится. Я тоже удивился. Ну, ты тумблер, а ты не прав. Да. Может, я как-то по-особенному их включу. Второй матч третьего тура нашей соревнований конференции «Премьер». Играют «Мосэнергосбыт» и «Меридиан Энергомэс» в желтых майках, синих шортах. «Меридиан Энерго» в майках синего цвета, их сегодня на поле мы уже видели. 1-3 проиграли они «Татнефти». Неплохой получилась игра, и многое у «Меридиана» получалось. В двух моментах заигрались. Потеряли мяч рядом со своими воротами и, в общем, цена этих ошибок — два пропущенных мяча. Если бы их не было, то ну, хотя бы за ничейку уж точно бы зацепились. «Мосэнергосбыт» уверенно идет на первом месте, на 3 очка обгоняет ближайших преследователей, команду «Спецсвязь». И в этом сезоне уже встречались у нас МЭС и «Меридиан Энерго», тогда «Мосэнергосбыт» выиграл со счетом 3-2. «Мосэнергосбыт» пока в сезоне ни одного поражения. Единственные очковые потери — это ничья в матче против «Газпром Энергохолдинга» 1-1. Да, и в прошлом туре, если не ошибаюсь, «Меридиан Энерго» с «Мосэнергосбытом» встречались. Да, интересный получился матч. Пас на рикошет. Удар капитана «Мосэнергосбыта». Пока совсем немного ударов по воротам, мяч вязнет в центре. Провалилась сейчас оборона у «Мосэнергосбыта». Пропускают они мяч Идрисов. Записывает на свой счет очередной гол. Аут. Должен вводить «Мосэнергосбыт». Командная работа от «Мосэнергосбыта». Только забрали мяч, и сразу все разошлись по флангам. Было как минимум два варианта для продолжения атаки. Ну, передача немного не получилась.
Трисов. Половина тайма уже сыграна. Хамшева не получился удар. Сейчас мяч немного слетел с ноги. Здорово получается у Мосэнергосбыта передачи, но не хватает ударов пока. 2 в 2 контратака «Меридиан». Немного Мутаев не успел. Сразу двое прессинговали. Матч очень сильно отличается от первой игры сегодняшнего дня. Если в встрече «Меридиана» с «Татнефтью» ударов и атакующих действий было очень много, то вот сейчас «Меридиан» играет с «Мосэнергосбытом», и здесь чисто позиционный тактический футбол. Удары наносятся только если есть почти 100% уверенность, что мяч достигнет цели. Токарев удается не пробить. Момента Мосэнерго. Отличная комбинация. Опять не хватает удара, и Дрис набирает скорость. Последняя минута. Нарушение правил. Первый фол в матче, кстати. Удачный для «Меридиана» получился. Перерыв.
Второй тайм. МОС Энергосбыт и Меридиан проводят. Меридиан пока сильнее. Пока счет 1-0. Ну и у них остался последний шанс сделать заявку на призовую трубку, выигрывать сейчас у МОС Энергосбыта. И в третьем матче сегодняшнего дня нужно обыгрывать Газпром Энергохолдинг. Если не удается этого сделать, то, скорее всего, Меридиан продолжит болтание в нижней части турнирной таблицы, которые будут продолжаться до последнего тура. В принципе, МОС Энергосбыт в этом матче, наоборот, может устроить ничья. Не так много очков потеряют. Все-таки с главным своим соперником играют. Не в плане турнирной таблицы, а в плане стиля игры. Нарушения правил не было. Мяч подбирает. Фол. Два нарушения у МОС Энергосбыта. Контролем МЭС. Не хватает последнего паса МОС Энерго. Дальний заброс на высокого Воробьева. Ротор подключается к атаке. Удар издалека, будет угол. Удар, рикошет, и мяч записывается на счет Токарева 1-1 за 5,5 минут до финального свистка. Thank you.
Ничейный результат, как мы говорили, в принципе, устраивает Мосэнергосбыт. Казалось, что по ногам досталось, но не в порядке нарушения правил. Токарев пытается прорваться, Идрисов. Торопятся Меридиан Энерго. Момент для них решающий. Нужно забивать. Грубовато было сыграно. Третий фол. Мимо. Памшев решил отойти назад и чуть не накрыли его. Три в два, контратака. Придержали здесь игрока Меридиан. Желтая карточка все-таки будет продемонстрирована. Значительно выше. И последняя минута уже готова стартовать. Серия игровых столкновений, но надо играть до свистка. Утаева останавливают. Снова на подборе Меридиан. Пятый фол Мосэнерго. Пятое нарушение правил Мосэнергосбыта. Все последующие будут наказываться 10-метровым штрафным ударом. Секунд. Главное не фалить сейчас Мосэнерго. Пустые ворота, не удается мяч отправить. Ну, Мосэнерго как увлекся сейчас атакой. Просто повезло. Тайм-аут за 5 секунд до конца. Потому что мяч у Мосэнерго, ну ладно. Мы подождем.
Стоп нажимаю? Нет? Мяч будет введен в игру и прозвучит финальный свисток. 1-1. Ничья будет зафиксирована. И лично я в этом не сомневаюсь. Хотя кто-то скажет, что всякое бывает. 0,04 секунды, если быть точным, осталось до финального свистка. Рикошет чисто теоретически может быть. Ну все, 1-1. Ничья.